прямые двух цветов. Через точку пересечения любых двух одноцветных прямых проходит прямая другого цвета. То есть, если у меня есть точка пересечения двух красных прямых, то через нее обязательно проходит синяя прямая. И наоборот, если у меня пересекаются какие-то две синие прямые, то через точку их пересечения проходит какая-то красная прямая. Доказать, что все прямые пересекаются в одной точке. И все прямые в общем больше есть. Что на самом деле такой конструкции по существу нет, кроме простейшей, когда просто через точку провели несколько прямых красных и синих. Да, это было рассказано на лекции в прошлую субботу, там использовалась формула Эйлера. Сколько не все прямые пересекаются в одной точке, то у меня есть какой-то треугольник. А если есть какой-то треугольник, то у меня есть треугольник, у которого две стороны одного цвета, а третья сторона другого цвета. В смысле, если у меня есть одноцветный треугольник, то через вот эту вот точку проходит какая-то синяя прямая. Наверное, где-то там пересекает. Потому что вот есть параллельные прямые. Да. Среди всех треугольников, у которых две стороны одного цвета, а третья другого, и при этом через эту вершину проходит вот такая вот синяя прямая, мы рассматриваем все такие конструкции, что у меня есть треугольник, у которого две стороны одного цвета, а третья другого, и через эту вершину пересечение одноцветных сторон проходит прямая другого цвета, которая пересекает именно противоположную сторону. Это хитрое, да? То есть на самом деле рассматриваются четверки прямых. Через вот эту вершину, да, проходит какая-то прямая красного цвета. Опа, мы нашли конструкцию, в которой площадь вот такого треугольника меньше, чем площадь такого. Вот две синие стороны, красная прямая и проходящая. Да, то есть от одной такой конструкции удается перейти к конструкции меньшего размера. Это правда. У нас были две красные прямые, синяя сторона и пересекающая ее линия такая, а получилось меньшего размера. Ну, значит, такой конструкции нет. Посмотрим среди всех треугольников, треугольник наибольшей площади. Наибольшая площадь, что вот это одного цвета, а это другого. Хорошо. Ну, не в моей общности, это красный. Когда через эту точку проходит прямая, не параллельно этой, или прямое общего положения, которая пересекает эту прямую. Ну, или слева, или справа пересекает, да. Да. Ну, площадь такого треугольника больше, чем площадь такого. Понятно. То есть на этот раз, наоборот, расширение пошло, называется, во внешнюю сторону, да? Да. Ну и, соответственно, вот синий-синий красный. Если нет ни одной такой картинки, то когда здесь проводишь, то будет эта картинка, наоборот, увеличиваться. Площадь будет все время